Боевики продолжают нарушать режим тишины. И с начала суток совершили уже 17 обстрелов позиций ВСУ. В результате получили ранения двое наших бойцов. Однако украинская сторона огонь в ответ не открывала, сообщает пресс-центр штаба АТО. В районе Авдеевки ситуация по-прежнему сложная. Бои продолжаются и сейчас. На позициях побывали наши корреспонденты. Сегодняшнее утро под Авдеевкой выдалось спокойным. Владимир, пользуясь затишьем, идет проверять кабель полевого телефона. Его перебило во время ночного обстрела. На позиции он едва ли не главный человек. Без связи наши опорные пункты останутся с врагом один на один. Какое-то на редкое затишье. Даже когда объявили перемирие, которое противники не соблюдали, но тем не менее было потише 1-2 апреля. И то было как-то громче. До войны Владимир работал редактором на телеканале «Интер». На фронт попал во время мобилизации. Потом остался по контракту. Бывший журналист стал связистом-профессионалом. Его выдержке можно только позавидовать. Восстанавливает кабель даже под обстрелом. Связь восстановлена, и нашей группе приходится быстро бежать к ближайшим окопам. Вражеский пулемет заставляет буквально вжиматься в землю. Яму. Яму. На этих позициях от пулеметного огня бойцов защищает высокий бруствер. А вот от обстрелов артиллерии нет. Установки систематически бьют из пригорода оккупированного Донецка. Бойцам приходится едва ли не зарываться в землю. Накроем ее, чтобы в случае обстрела спрятаться. Здесь, на самом отдаленном выступе фронта, украинские военные о перемирии могут только мечтать. Особенно, когда в небе появляется вот такой предвестник артобстрела. Чей не говорили? Не говорили чей. Это енот передал все. Белые концовки крыльев. Даже в редкие минуты тишины Игорь не снимает каску. Говорит, дважды спасала ему жизнь. Сам из Черкас. В 2014-м теплый офис владельца фирмы по недвижимости Игорь поменял на эти окопы. Я скажу даже больше, прошу прощения, я даже был председателем правления клуба черкасских риэлторов какое-то время. Наше общение с Игорем прерывает телефонный звонок друга, с которым до войны играл в футбол. Разговаривает недолго. Место для беседы не самое лучшее. С нулевой позиции тут перед нами господа сепары со всех сторон буквально. По телефону Игорь пообещал другу, что после победы обязательно сыграют матч в родном городе. Олег Решетняк, Станислав Кухарчук, Вадим Ревун. Подробности, телеканал «Интер», Донецкая область.